хотим узнать, как у вас впечатление. Нормально все идет? Да. Мы ведем наблюдение с 24 июля. Нас, как я уже сказал, более 170 человек из 8 стран. Во всех областях Республики Беларусь мы встречались и с главами местных администраций, с руководителями территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий. Смотрели за готовностью избирательных участков к голосованию. И должен признать, что избирательные участки на всех, во всех областях и в городе Минске, как это вот и здесь мы видим, очень хорошо подготовлены для проведения голосования. И агитационные материалы размещены, я имею в виду здесь, в данном случае сегодня, это биографии кандидатов. И удобные подходы и к столам, где ведется регистрация избирателей, и к урнам, и к кабинам. На всех избирательных участках мы видим наблюдателей. Я принимал участие в наблюдении за досрочным голосованием и видел, как на всех участках по трое наблюдателей, а сегодня по пять наблюдателей присутствовали. Вот это седьмой участок, который я посещаю сегодня. И хочу сказать, что настроение у людей хорошее. Многие приходят с семьями, с детьми. Мы видели немало пенсионеров, которые пришли на избирательные участки. У всех достаточно спокойное, такое доброе настроение. С некоторыми нам удалось поговорить, они сами к нам обращались. Все ратуют за спокойную, мирную жизнь, за спокойное голосование. И мы разделяем, честно говоря, наблюдатели эти настроения. Что касается кабин для голосования. Ну вот на некоторых участках мы видели, шторки есть, да? На других участках шторок нет. Но все равно созданы условия, я заверяю вас, для того, чтобы обеспечить тайну голосования. Поэтому вот эти критические замечания наши наблюдатели относительно того, что отсутствие шторок или полуоткрытые кабинки не обеспечивают тайное голосование, мне кажется, да мы уверены в этом, что это беспочвенное замечание. Пандемия COVID-19 осложнила значительно организацию выборов. И не только здесь, во всех странах СНГ. Санитарные ограничения наблюдатели от СНГ рассматривают как обоснованные. И ни в коем случае не искусственные, якобы вызванные желанием там воспрепятствовать выборам. Ничего подобного. Мы так не считаем. Не могу не сказать о высокой явке избирателей. И на досрочном голосовании, но и сегодня достаточно активное голосование идет. Это тоже не может не радовать.